дьявола, странный запах, кто ты такой? Волчьим духом от тебя не несет. Может, ты забудешь... Эта красная шапочка сожрала волка! Канале, всем привет, с вами Бояра. А это игрушечка под названием Darkest Tales. Какие-то мрачные истории. Это, короче, аркада Metroidvania. По типу Hollow Knight. По типу еще вот этих вот всяких 2D-шных аркадных стрелялок, бродилок, билок. Короче, играем мы за медвежонка, судя по... Это демка. Игра выходит в 2022 году. Но мне ее прислал, как всегда, Чези, говорит, сыграй, прикольно будет для трэша угара. Настройки я, короче, посмотрел, все круто, все классно. Единственная проблема в том, что здесь на клавиатуре вообще хрен пойми, как, короче, играть. У меня джойстика нету, как вы знаете. И вот меня больше всего беспокоит прицелиться на стрелочках. Не знаю, короче, давайте посмотрим, как оно будет себя вести и получится или нет. Окей. Ячейка номер один. Я надеюсь, она недолгая, но я так смотрел, вроде как около часа. Около часа. Тут нету русской пока озвучки, есть только субтитры. В некотором царстве, в некотором государстве, мирно дремала тихая ночь, но в темной комнате беспокойно мерцала одинокая искорка. Много лет искорка охраняла сон хозяйки в самые черные ночи, но сегодня у нее из головы никак не шла одна мысль. А можно как-то озвучку потише сделать? Призвав на помощь волшебную силу, искорка поднялась в воздух. Ей надо было придумать. Подумать ей надо было. Это, судя по всему, мы, искорка, да? Какая-то душа, фея. Непонятно, не знаю. Сейчас разберемся. Искорка задумчиво, но решительно взглянула на портрет своей хозяйки Алисии. Она знала, что пора действовать. Очень длинное вступление. Эта милая улыбчивая девочка попала в беду, но Искорка знала, что делать. Ей только нужен был надежный помощник. Как хорошо, что она знала, где его искать. И сейчас мы найдем игрушку. Это этот, третий лишний фильм, я помню, такой был. Там как раз про Тедди Бира медведя. Ну, правда, тот медведь был довольно неадекватный, смешной и матершиней фу-фу-фу. Но этот Мишка вроде как более адекватен должен. О, здорово. Графен прикольный. Подъем! А ну выходи, косолапый! Где-то я уже слышал этот омерзительный писк. Ты как всегда. Если бы Алисия не заболела, я бы тебя пальцем не тронула. Дело серьезное. Скажи потом, как выздоровеет. Да хватит умничать. На счету каждая минута. На нее напали демоны снов. Где демоны с больными девочками? Ну, наша Алисия, не ко мне. В общем, ты как был, так и остался обыкновенным эгоистом. А она-то думала, ты храбрый герой. Эй, дурацкая ты насекома, я вообще не понимаю, что ты несешь. Демоны? Очень смешно. Это твоя больная девочка, меня не моргнув глазом в коробку запихала. Вот это, кстати, плохо. Если кто и пробрался в ее сны, думаю, он как-нибудь разберется. Все ясно. Она тебя обидела, да? Сколько ты торчал в коробке? Несколько месяцев? Или даже лет? И теперь не хочешь ей помогать, потому что она тебя предала. Как могла бросить дурацкого старого медведя? А я тебе объясню. Ты жалкий трус. Ты позорный. А все, уже играем, да? Да, чтоб тебя. Хватит мне лекции читать. Говори уже, что там такое, а потом будь добра, замолчи. Эй, ну прости, бедный медвежонок. Наша хозяйка Алисия спит мертвым сном. Знаю, как это звучит, но ее подсознание пожирают демоны. Чепуха какая-то. Но даже если правда пожирают, мы с тобой что можем сделать? Честное слово, будь у меня выбор, я бы к тебе не пошла. Хватит воду лить, козявка! Ладно, ладно, надо же, как мы зато торопились. Так вот, я знаю, как провести кого-нибудь в мир снов Алисии. Ты много лет охранял ее сон от чудовищ. То есть ты признаешь, что Алисия лучше засыпала со мной, чем с дурацким светлячком. Обидная. Тебе хватит поменьше. А, тебе бы хвастаться поменьше. Я к тому, что хотя ты уже старый, пыльный, никому не нужный, но в мире снов тебе равных нет. Что делать с тобой? Убивать все, что движется? Примерно так.
Хорошо, я отправлюсь с тобой в мир снов, разомну старые лапки. Окей. Лапы разомнешь? Ты, наверное, не понял. Да все, я понял, козявка. Я на героя не тяну. Да и не хочу, что ты мне еще души прожужжал своими демонами. Рисовка красивая, кстати. И даже не представляешь, что делать с мягкой игрушкой душная коробка. А что она делает? Мягкая игрушка, душная коробка. Ну, пыль, эти какие-то, тля, моль, вот это вот, все должно ее сожрать. А, все, уже играем, да? Нет, еще пока не играем. Так, разбег, разбег, и побежали! Хорош, загрузка, начнем. Давайте уже поиграем, потому что уже 5 минут вступление идет какое-то. Окей, хорошо. А ты не забыл подписаться на канал, поставить лайк? Дизлайк, прокомментировать видео. И поехали. Фу, а что такая долгая загрузка? Ну, первый раз запускаю игру, поэтому все может быть. Я надеюсь, она вообще работает, эта игра. Окей. Let's go, bear! Пошли, медвежонок. Ой, как быстро. Так, а тут как-то прицел... Вот меня больше всего... так это прям платформер. Двойной прыжок есть? Нет, двойной прыжок. Что там было написано? Двигайтесь вниз. Что? А, я не успеваю ничего прочитать, кстати. Как биться? По-моему, на мышке биться. Ладно, окей. Спейс, чтобы преодолеть. Внезапно первая смерть. То есть, карандаши, окей, не трогаем. Я чувствую, мы тут будем очень много умирать. Да, пошли. Вот это назойливое. А можно как-то ее потише сделать? Дерево. Серьезно? Тут еще дерево навыков есть. То есть это прямо РПГшка. Еще больше повышает скорость атаки легким оружием. Офигеть, это в натуре Hollow Knight. Чтобы сменить снаряжение, нужно заглянуть в зеркало для сохранения. Окей, ладно, я по... А меню-то что-то как-то можно здесь? Ладно. Ой, ничего не вижу. Вот, спасибо. Спасибо за свет. А, у меня еще и плащик есть, ты посмотри. У меня плащик есть в натуре. Е, Ctrl, Alt. Я помню, тут Alt ускорение есть какое-то. Откуда в комнате зима? Или это мы уже в мире снов? Окей, есть двойной прыжок? Нету. Кстати, есть долгий затяжной прыжок. То есть маленький прыжок, а есть прям большой затяжной. Окей. Воу, здравствуйте, мадам. А кого вы там кушаете? Приятного аппетита. Беги, Мишка, нет. Отстань, уйди от меня. Что ты меня нюхаешь? Самца унюхла. О, странный запах, кто ты такой? Волчьим духом от тебя не несет. Может, ты забудешь... Эта красная шапочка сожрала волка! Скорее, да, но если ты покажешь мне дорогу, то я уже пойду. Эта красная шапочка сожрала серого волка. Как неосмотрительно, друг мой. Тебе мама не говорила, что теряться нехорошо? Поздно. В лесу рыщут гнусные волки, которые только и ждут, чтобы разорвать тебя на части. И они уже унюхали твой запах. Не, пока унюхала запах мужчины, только мой. Вообще, мне конец. Если хочешь спасти свою шкуру, спеши к дому моей бабушки. Че ты как-то знаешь, неохота мне. Дай хоть на ноги встать, и я пойду. Да-да, женщина, отстань от меня. Я плюшевый медведь, а не в твоем вкусе. Смотри снова, не заблудись. Вот это жестко, жесткая красная шапочка. Она сожрала серого волка. И я боюсь к бабушке на самом деле идти, потому что она, скорее всего, тоже какая-нибудь неадекватная, странная. Аж мороз по коже. Но убегать это не к нам, мы не будем драться, правильно? Окей. Нет, косолапый, сейчас самое время драпать. Нам нужно оружие, без оружия ты долго не протянешь. Окей, ищем меч. Ищем меч. А есть, поройся там в тушке, там по-любому в тушке... Ну серьезно, она сожрала его, это жесть. Вот, это оружие, да? Зеркала-телепорты позволяют перемещаться по миру снов, окей. Это, кстати, Metroidvania, то есть тут... А есть карта? Карты нет. То есть... А, вот, собственно, карта ненависть. И... Вы находитесь здесь. Так я знаю! Вы еще не открыли этот... Отлично! То есть это типа сохранялочка. Воу, туда можно прыгать? Это то есть сохранялочка была. Так, это шипы, я понял, на них нельзя, да? На них ведь нельзя. Да, конечно, нельзя, минус хп. Зачем я это проверял? То есть на карандаши нельзя цепляться. Я все еще не понимаю, как драться. Но нам, скорее всего, как ярко.
Нам, скорее всего, должны дать меч. Какой-нибудь меч. Да побежали, побежали. Блин, 10 минут, и это только самый пролог. То есть, в принципе, если это типа Hollow Knight, то ее проходить, наверное, полгода. Что, кто бежит за мной? Волк, беги быстрее, беги, 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 беги. Можно перепрыгнуть тебя? Ага, понятно, все понял. Окей, хорошо, он это, он байтится. То есть, его можно контрить. Нет, 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 нет. Ты же не будешь сюда прыгать, ты будешь сюда прыгать, серьезно? Это очень недоброжелательный мир какой-то. Зеркала наблюдают за вашими успехами. В смысле? Здорово. Это механа-ёжик? Смотри, у него это гусеницы механические, как, короче, у танка. А что можно было здесь сделать? Это сохранение, это чекпоинт, наверное. Так, это трамплинчик, да? И чё? Что происходит? Что происходит? Я умер, да? Я выжил? Чё-то я сейчас ничего не понял, что произошло. Я вижу слева кнопку. И так ты по швам разойдешься. Ну не бойся, постой секунду на месте. Я подлатаю тебя магией. Окей, давай лечи меня. Поаккуратнее нельзя? Подумаешь, комарик укусил. Не, ну ай, ну вот все готово. Да хватит меня. А, она меня зашивает, короче, она зашила мне задницу. Как бы это двояко не звучало, но как-то так. Ага, я даже сама довольна. Это не новость, ты у нас вообще самодовольная. Так, удерживайте Х, чтобы зашить раны. Исцеление требует маны. А где брать ману? Ну-ка давай, Х. Ну да, она меня зашивает, получается. Все, меня зашили, и мана, кстати, Йоу, как... А что так ярко? Ну там кнопка, я вижу там кнопку. Или непонятно. То есть я мог на самом деле сверху пройти или нет? Ну, если судя по... если это метроидвания, то есть получается здесь, скорее всего, очень много разных путей. Что? Мне, короче, Google... Это... О, а он цепляться умеет. Ты сломаешься? Нет. Короче, то есть тут получается, можно разными путями проходить все маршруты. А мышку можно убрать? Она мешается. Так, здравствуйте. Да, пошел ты. Ну, все, умер. Окей. Какой-то адский смех. Я на самом деле не очень люблю такие платформеры, хотел сказать, но окей. Если надо, то надо, немножечко поиграем. Так. Вижу ножницы, это будет наше оружие, судя по всему. Мы сейчас это... Это из Лола, это как ее, блин, не помню, как ее зовут. Наконец-то мы нашли оружие. Трепещите, волки, со мной ржавые ножницы. Окей. Ты их что, не узнаешь? Это же те самые, с которыми Алисе запрещали играть. В этом мире сильнее оружие не сыскать. Надо только чуть-чуть поколдовать. Окей, давай колдуй. Ох ты, ножницы. Избавили меня от этой мошки. Похоже, оружие и правда что надо. Фея. Ты как всегда, но все-таки смотри, не порежься. Мое волшебство пробудило их истинную силу. Ты сможешь вытаскивать скорее. А, ты сможешь вытаскивать скорее. Так, это ножницы в камне. Хо-хо, Эскалибур. Так-то лучше. Совсем другое дело. Посмотрим, из чего они все сделаны. Это Вариан Рин, короче, с двойными пушками. Так, Ctrl ударить по врагу. Ой, как неудобно. Так, в прыжке мы тоже можем стрелять. Там еще какая-то мощная атака, я помню, была. Окей. Ага, сохранялочка, да? Окей. Я просто не вижу, на самом деле, куда прыгать и кого бить. Так, волчара, ну-ка иди сюда, волчара. Ну-ка иди сюда. На. Ой, сейчас прыжок будет. Ну, конечно. На. Одного удара не хватило. Слушай, медведь, раз я вселилась в твое оружие, то буду поглощать силу всех побежденных врагов. Так что не надо их жалеть. Это опыт? Я не собирался. Еще мне какие-то там ножницы не указывали. Короче, фея вселилась в ножницы. Думай цели. С каждым врагом мы будем становиться все сильнее и сильнее. А иначе Алисию не спасти. Да-да, Hollow Knight. Это Hollow Knight. Так, подлечиться.
Короче, мана появляется, когда мы убиваем монстра. То есть мы вот сейчас волка убили, немножечко появилось маны побольше, окей. То есть я так понимаю, можно и вниз идти, да? И можно и вверх идти. Говорю, метры едва не, то есть здесь еще, видимо, недоступно. Да, еще недоступно сюда проход. То есть когда что-то у нас появится, тогда мы сможем ходить в другие места. Вот как вот вниз прыгнуть? Ага, понял. Опасно, на самом деле. Я куда-то иду, скорее всего, не туда, куда задумал разработчик. Нет, ну тут, скорее всего, видишь, нужен двойной прыжок. То есть тут шипы, сюда нельзя ходить. То есть пока мы что-то не получим, какой-то навык, возможно, или какую-то лесенку, то мы сюда не сможем попасть. То есть это, в принципе, смысл всех вот это метроидванских игр. Ой, чуть на шипы не нарвался. То есть пока нужно идти по сюжету, потом, собственно, появится какая-то возможность ходить в другие места. Так. Ни хрена себе. Вот это сейчас неожиданно было. Так, я не понял. Да ты что, а как пройти-то его? Это первый босс, и мы его не прошли, да? Ладно. Я сейчас реально не понял, как его убивать. Так, волка, кстати, нету уже. То есть они одноразовые, монстры одноразовые. А как? Как его сдоджить? А как его сдоджить? А, понял, окей. Давай. Это плохо или хорошо? Я не понимаю, что на нем не царапины. То есть он неубиваемый, да, насколько я понимаю? Окей. Да нет, а как его доджить? Я не понимаю, как его сдоджить. Я, кстати, бесконечно могу летать, судя по всему, оттуда. Вот и наиграли, судя по всему. Блин, неужто надо в другое место идти? Я не понял сейчас. Просто здесь мы тоже... А, нет, мы здесь можем пройти. В смысле? А, они исчезли. Ну-ка, цыц. Ну-ка, цыц. Да что за задержка? Я, короче, сейчас вообще ничего не понял. Ну и, конечно... И, конечно же, я умер, ну, конечно же. Я надеюсь, эти бесконечные сохранения, потому что что-то как сложно, а? Как сложно. Я выбрал сложность среднюю. Я говорю, я не очень люблю вот такие платформеры, поэтому мне довольно-таки сложно на них играть, на самом деле. Что не сделаешь ради вас, короче. Здесь были шипы, они куда-то делись. Окей, монетка. Или душа. Да, мана, короче, прибавляется после убийства этих монстров. Миньончиков. Вот твое слабое место. Это было твое сердце. Эй, медведь, хочешь узнать, почему я единственная и неповторимая? Нет, не хочу. А может, ты хоть раз в жизни обойдешься без постовства? Мы собрали достаточно сил, чтобы я улучшила твои навыки. О, окей, скиллы. Надеюсь, эти навыки стоят того, чтобы все время терпеть твое присутствие. Эй, ты медведь неверующий. Так, окей. Даже героям иногда нужно лечиться. Теперь вы можете попросить искорку исцелить ваши раны. Подожди, так я и так до этого мог же исцеляться. Ножницы, с которыми запрещали играть маленькой Алисии, с толикой колдовства, они превращаются в быстрое смертоносное оружие. То есть это, короче, в танка, это в дамагер. Пойдем. Нет, давай в танка, потому что я так себе... Так, а что тут? Добавляет еще одно деление. Да, давай вот так. А, то есть это у нас уже доступно. Нам нужно выбрать. То есть повышает скорость, повышает урон. А здесь добавляет еще одно деление. Давай еще одно деление. Окей. Ну все. А, что? И где это еще одно деление? Показывайте. Да, смотри, еще одно деление на ножницах появилось. Хорошо. Эх ты, чтоб тебя, да зачем ты так делаешь-то? Это вообще игры не для меня, короче. Вот для меня вот эти всякие лолец, вот это все. Ну, короче, это было его слабое место, судя по всему, его сердце. Ну-ка. Ага, понятно. А можно ты уберешь свои шипы?
То есть я когда ухожу за экран, он их убирает. Или нет? Или да? Ну убери свои шипы, пожалуйста. Или со спины тебя бить надо? Ты уберешь шипы? Короче, нет. Тут какой-то нелепый отскок после удара идет. То есть он после удара почему-то отскакивает. Это на самом деле очень напрягает. Насколько я понимаю, тут вообще везде... Что? Это я уже понял как. Опасно сейчас было, опасно. Так, босс. Сейчас будет босс. Вот это волк. Люто волк. Но это точно босс. Ты такой молодец, что убиваешь этих гнусных волков. Как чудесно видеть в твоих глазах отражение моей собственной ненависти. Что это за чудовище? Это ты его убила? В одиночку? И жрет его, жрет, смотри. О, это царь волков. Он был силен, но наша встреча так меня вдохновила, что я решила тебя удивить. Бешеная красная шапочка. Чем? Огромным трупом? Прекрасный подарок. А нет, дружок, я удивлю тебя другим. На помощь! Медведь убил царя волков! Ах ты тварь! Вот чем я тебя удивлю. Боем, который утопит наш лес в крови. Вот тварь! Ты посмотри, она позвала, короче. Она нас подставила. Она реально нас подставила. Типа, погоди, да подожди, я проверял. Да нет. Ну-ка, циц. Да, тут какое-то нелепое отталкивание после удара появляется. Сейчас, короче, все волки сюда сбегутся, да? Мышку убери. Короче, тут после удара какой-то бэкстап или додж, я не понимаю. То есть он отпрыгивает после удара почему-то. Да спрыгивайте. Я надеюсь, сейчас диалога больше не будет. Нет, все, сейчас деремся сразу с волками. В принципе, если бы мы увеличили скорость атаки, то мы бы могли их, получается, зажимать. Куда идти? Тут не видно нифига вообще, куда идти. А, по шерсти его забираемся. По лапке. Штурмуем волка. Вообще нелогично и непонятно, что это на самом деле текстурки. Вот сейчас ударит. Нет, нормально. Сейчас прыжок будет. Да, конечно, прыжок. Короче, эта игра явно для джойстика. А ты что, ты не можешь умереть, что ли, быстро или что, я не понимаю. Эта игра, скорее всего, для джойстика, потому что неудобно совершенно. Ты перепрыгивать будешь? Прыгай. А есть двойной прыжок? Нету. Вот зря я спустился вниз. Можно похилиться? То есть она меня зашивает? Ну да, окей. Так, здесь ты не поднимешься. Я там вижу, там что-то есть. Там двойной прыжок, походу. Там, походу, двойной какой-то прыжок. Это гриппопрыгун? Ну да, конечно. На. Вот видишь, я его ударяю, короче, а он отскакивает. А, окей, два удара надо было. И сейчас мы еще и на шипы нарвемся. Не, графений, конечно, клевый. То есть я не спорю, графончик классный. Давай, волчара, подеремся. Сейчас удар будет, ну конечно. А как сдоджить, когда он на тебя уже бежит? Как это доджится? То есть можно вниз ударять, можно вверх ударять. Да, можно кусты резать. Двойного прыжка очень не хватает. Да, скорость оружия, короче, надо качать. Надо очень качать скорость оружия, потому что без нее не получается просто ударить даже. Так. Да, два удара надо. Короче, 25 минут хватит. Я не знаю. Блин, на самом деле игрушка прикольная. Хоть она и демка, но она довольно-таки прикольная. Я не любитель вот этих вот метроидванских экшен-РПГшек, вот этих вот бродилок. Не знаю даже, как назвать, короче, эту игру. Прыгалок, бегалок. Но игра в целом прикольная. То есть я ее добавлю, конечно, в трэш-угар в плейлист. И посмотрим. Может быть, даже
пройдем эту демку до конца, потому что игрушка красивая, красочная, музыки особо какой-то такой нету. Но в целом, кстати, я вам не показал, вот тут вот за мной хпшечка и опыт. Вот синенькая это мана, желтенькая это опыт, а деление на ножницах, короче, это, собственно, мои хпшечки, так скажем. Ладненько, короче, все, давайте на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, комментируйте. Обязательно подписывайтесь на все соцсети, ссылочка внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим-канал, там вместе играем, часть знакомимся живые. Приводи друзей, подруг на канал, пиши в комментарии свои игрушки для прохождения, отправляй игрушки для прохождений. В общем, ребят, с вами был, ребят, Бояра, канале, и пока-пока.